Здравствуй, озеро. Небольшое, диаметр метров 300, глубины до 5. Ламбушка, как у нас называют. Выпал снег, минус 1 градус. Всех приветствую на канале Сказочная Карелия. Меня зовут Руслан. Сегодня 15 ноября. С первого раза, если лед пешнёй не пробивается, значит безопасный. Добрался до Таёжного озера небольшого. Лед крепкий. В прошлый раз был хрустел. Хочу пройти, проверить. Хрустит. Пройду с другой стороны. Взял с собой пишню. Добрую такую, самодельную. На любом водоеме лед встает по-разному. Где-то побыстрее. Где-то попозже. На одном озере может быть и 2,5 сантиметра быть, а может и 4. Пройду, поищу, где безопасный. Сантиметров 5-6 для перволёдья. Плотненький. Хочу сегодня половить на блесну. Есть окунь, есть щучка небольшая. Глубина около 2 метров. Первые проводки. Есть. Первый окунь сезона 2024-2025. Первый лед распечатал. Маленькая блесна. Подвесной тройничок. Вот такой вот черный окунек. Выпал снег. Лед сантиметров 5-6. Безопасный. Первая лунка. Второй следом. Небольшое лесное озеро. Торфяное. Еще один, чуть поменьше, но супового размера. Еще один, жадная поклевка. Ух, вот эта поклевка была, а. Приближу. Окунь стандартный для этого небольшого озера. В прямом эфире. Ловил до 300 грамм. Рыба клюет. Первая лунка. Суперское начало, просто такого не ожидал. Вот с первой лунки окунечки. Так и на ушицу можно наловить.
и приготовить. Вот, в прямом эфире очередной. Может быть, еще. Удочка у меня до 2 грамм. Маленькая блесна. 30 миллиметров. Около 2,5 грамм. До 3 метров отрабатывает. Вот. Чуть-чуть покрупнее, но такой стандартный размер для этого озера. Повторюсь, приятный окунек. Можно сказать, лифтом сразу 5 или 6 окуньков. Невероятное начало, просто первая лунка и серия такая полосатых разбойников. Такого начала, признаюсь, даже не ожидал. Да, лед стандартный с этой стороны 5-6, местами 7 сантиметров. Это горбач, можно сказать. Крупняк для этого озера. Неожиданная поклевка. Такой красавчик. Снежок выпал, не так страшно. Прикреплю видео выше. Прошлый раз был на этом озере. Открыл первый лед 2024-2025. Лед трещал. Было сказать страшно. Дольше 3 минут, если поклевок нету, не задерживаюсь. Делаю новую лунку. Вот. Ух. Очередной горбач, обалдеть, а. Нашел бровку. Вот такой красавчик, а. За краешек губы. Супер, а. Время 2 часа дня. У меня есть еще часик. Вот это он вдарил. Подводную камеру с собой сегодня не брал. В следующий раз дождусь уже, когда лед окончательно окрепнет, иначе оборудование дорого стоит. Ладно, сам выберешься, а если камеры все, да, подводная камера. Очень интересное озеро, красивый окунь. Небольшое, но он у меня сегодня радует. Один на озере, вокруг ни души. Единение с природой самое главное. Рыба клюет, поклевки радуют. Рыбалка в Карелии продолжается.
покрупнее уже подошел. Лифтом сразу же 4 штуки поймал. Ушел подальше, вот такой красавчик. Поклевки такие бойкие, удочка гнется. Адреналин, эмоции. Сразу лифтом. Ух, вот эта поклевка была, а. Вот это вдарил. С этой лунки 4 штучки, не задерживаемся. На лунке не возвращаемся, идем дальше. Чуть поближе к середине отошел. Здесь уже лед меньше. Сантиметра 4,5-5. Пора собираться уже домой. Скоро будет темнеть. Рыба сегодня клевала практически весь световой день. С 12 часов до 3 на водоеме. Ближе к середине лед тонкий. Рисковать не буду. О, очередная рыба. Рыба клюет. Большую часть озера не удалось исследовать, к сожалению. Световой день короткий, плюсовая температура становится. Не знаю, сколько этот лед еще продержится. Вот. Свальчик нашел. Очередная лунка. Нашел это озеро несколько лет назад, когда еще не было карт, навигаторов. Покрупнее уже такой красивый. Маленькая блесна, другие даже не ставил. Отлично работает. Вот. Третий подряд. Вот такие вот окуни. Третьего дня. Крайняя лунка на сегодня. Ну все, рыбы сегодня мне точно хватит, достаточно. Рыбалка удалась. Буду сворачиваться, собираться и выходить. Покажу вам сейчас сегодняшний улов. Ловил сегодня на блесну. На лесном озере. Первый лед 2024-2025. В любом случае обязательно сюда еще вернусь и возьму с собой обязательно подводную камеру. Так что впереди много интересных видео. Не забывайте подписываться, кто до сих пор еще не сделал. Вот такими снастями сегодня ловил. Удочка у меня до 2 грамм. Маленькая блесенка. Серебро, медь с другой стороны. Маленький подвесной тройник. Чувствительная удилка. Красивые окуни, заряд бодрости, эмоции получены. Лед хрустит, тает. Спасибо, озеро, тебе. Ну вот, к этим окунькам сегодняшний мой улов вполне неплохо. На уху поймал, доволен. Попадались и средние,
для этого водоема и крупные окуни. Зашел в лес, нашел озеро Таежное, обалдел от поклевок. Сегодня такого результата не ожидал. Леску намочил, поклевки видел, рыбу поймал. Рыбу в пакет, доберусь до дома и приготовлю вкусную уху. Пакет улетел из таежных матросиков. Thank you.